Во Владимире автомобиль сбил пенсионера. Авария произошла рано утром 10 февраля на улице Горького около дома номер 104. По предварительной информации ГИБДД, 63-летний пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент его сбил УАЗик. Пешеход выжил, но его с травмами госпитализировали. Водитель автомашины УАЗ 1996 года рождения совершил наезд на пешехода 1957 года рождения, который переходил проезжую часть дороги, не установлен для перехода месте. В результате ДТП пешеход с ушибами и переломами госпитализирован.